Сразу вопрос. По крыльям вы ушли на 87-й минуте. Нормально сейчас со здоровьем? Нет никаких проблем? Ну да, были определенные там проблемки, но все решилось благодаря докторам, массажистам, физиотерапевтам нашим. То есть вы сейчас полностью готовы уже сыграть против Краснодара? Сыграть готов, но поставят ли? Поставят. Буду играть. Как думаете, есть какая-то эмоциональная нагрузка из-за того, что команда вот не выиграла уже 4 тура? Ну, стараемся об этом не думать. Также тренера говорят, как бы есть ошибки, мы над ними работаем. Где-то что-то получается, где-то нет. Если моменты возникают, то, я думаю, работа идет в положительном направлении. Ну, а то, что не реализовываем, это уже, конечно, негатив. А на ваш взгляд, кто, скорее всего, опаснее в Краснодаре и кого стоит опасаться прежде всего? Да, я думаю, конкретно акцент на кого-то ставить не будем. У них хорошая команда, которая играет именно в командный футбол, комбинационно, играет много через короткие передачи. Вот, но уже, опять же говорю, тренера будут нас к этому готовить, как бы будет теоретическое занятие, вот, и там уже будем их разбирать детально. Итак, после матча с крыльями разделились мнения среди футболистов. Кто-то говорил о невезении, кто-то говорил о том, что верит исключительно в упорный труд. Во что веришь ты, в работу или в судьбу? Ну, я думаю, везет сильнейшим, как бы, а, как говорится, есть такое выражение, его можно по-разному там перефразировать, там, да, там, а, можно сказать, надеюсь на удачу, но сам там не плашай, да. Здесь в первую очередь надо усердно работать над собой, и есть у всех ошибки, и их надо исправлять, и над ними надо работать. Вот, так же самое и здесь могу сказать, что, возможно, где-то не повезло, а возможно, просто где-то, может быть, немножко расслабленно подошли к определенным там, случаям, моментам.